Ну что ж, господин Вольфович, так называемый госсекретарь Совета Безопасности, за дело, уголовное дело, которое вам грозит, в Нюрнберге или в Гааге, но безусловно оно будет, за те преступления, которые совершает режим, за те преступления, которые совершаете вы по указанию диктатора и узурпатора, за это будет уголовная ответственность. А задело вас потому, что на этой конференции, которую мы провели в понедельник, участвовало много представителей, политиков из всей Европы. Медиаслужба НАУ насчитала за эти дни более 100 публикаций в СМИ Германии, Франции, Португалии, Польши, Литвы, Украины, России и других стран мира. Теперь и понятно, открывается ларчик, почему появилось очередное уголовное дело в отношении представителей демократических сил. Ответственность наступит, но она будет направлена именно на вас, господин Вольфович.